Всем привет! Вот пикет Рашид стоит с пикетом «Свободу Марии Пономаренко». У Маши очень тяжелая сейчас ситуация в колонии, очень тяжелая. Она оказалась там одна, как говорится, одна на один с системой. Ее пытаются сломать. Машу держат в ШИЗО, в холоде, не дают одеяла. В связи с этим она заболела. Медицинскую ей помощь не оказывают, письма не передают. Также не разрешили ей вынести свои записи, то есть свои письма к адвокату, записки к адвокату. Соответственно, она не смогла адвокату сказать фамилии нарушителей, которые в отношении нее нарушают закон, работники колонии. Вот. Также Маше выдали одежду не по размеру, обувь не по размеру, не выдали ей зимнюю, ну, теплую одежду, она в летней прибыла в колонию. То есть, и это пытки самые настоящие. Начальник колонии сказал, что он хозяин здесь, и он вот делает, что хочет. То есть, по отношению к осужденной Марии Пономаренко применяются пытки.